Всем привет, ребят. Ну что, многие из вас просили показать вам маскировку на ледяхе, на ледяном фениксе. Сегодня потестируем. Честно скажу, я что-то не особо уверен. Возможно, будет тащить. Можно, конечно, поставить эмблемой с оживой. Либо ремку придется качать, одну из двух. Ну, мы сейчас качнем талантом. Вот вместо факта и потестируем. Нюансы опять те же самые. Если урона будет больше, чем остаток жизни, его просто снесут. То есть вариантов особо для этого героя нет, как и для всех против смотрителя. Это реально очень печально. Так, что, ставим сюда панчбокса. Ну, у меня в снаряге недомогание стоит. Сейчас посмотрим, может, что-то интересное на урон вытащим. Если нет, потестируем так. Пятое, это я хочу на тыковке, ладно. В общем, такая вот сборка у нас будет. Как видите, статы довольно-таки неплохие. Максималка, лям 400 почти жизни получается. Поехали. Начнем с рейда. Вот давайте, кстати, на такого же кинем. Вот он ушел в инвиз. И что мы видим? Как-то непонятно очень. Как-то его слили быстро. Вот смотрите, как смотритель дамажит жестко. Вот, кстати, интересно сейчас будет посмотреть, как он включится. Ну все. Не знаю, что вы на это скажете. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу этого. Но как там, как по мне, реально очень печально. Что это было? Я даже что-то, ребят, не понял, каким это образом он убился об отражалку, если он не получает, по идее, урона в инвизе. Странно. Что это такое? Вот как это так? Получается, он в инвизе включается и сливается, что ли? Давайте ради интереса сейчас я зайду на русский сервер, чтобы долго не переводить его умение. Ну, он не должен сливаться на отражалке. Герой может передвигаться, вот, когда ледяной щит активен, герой не может передвигаться, атаковать, используя навыки и таланты. То есть не навыки, навыки, не таланты, когда, которые активируются от атаки. Также получать эффект или состояние других юнитов. Странно. Иммунитет к урону от атаки отраженному урону на 5 секунд. Что это тогда было? От обычной атаки разве что получается он дохнет у нас. Ну, такое так и было, но я не знаю, только что посмотрел на это, и я что-то не могу понять, каким образом он с инвиза включается и дохнет. Что это такое? Ну, поехали, еще потестим. Самому интересно стало.
Так, смотритель. Ну вот он ударил. Так, Винвиз он не ушел. Слили его. Ну, то есть, видите, та же самая проблема, что и всегда. Надо ставить все-таки, пробовать сейчас сожживое, попробуем восьмерку поставим ему. Но что-то меня не особо впечатляет. Все, его нет. То есть, по сути, ну, не актуальна такая сборка, именно ставить девятку. Вот, наверное, наоборот, сейчас будет получше, поинтереснее. Вот такой вот вариант. Так, ушел он в инвиз, включился. Еще раз в инвиз ушел. Ну, вот такая вот сборка, в принципе, нормальная. Но опять же, он включается, уходит в инвиз. Может где-то вот именно с оживой, ожива плюс маскировка эмблемой, да. Такой вариант еще куда ни шел. То есть он, возможно, будет получше, чем там выживание на него поставить. И то не факт. Хотя тут 250% урона дается сразу же. Но тут, видите, его сразу же сливают. Дальше у нас идет время. И все. Даже такая сборка, она не выдерживает, если хорошо прокачанная на урон. Так, сдох от смотрителя. Вот Фрэнки, пожалуйста. Посмотрите, Фрэнки его и Винвизи также точно так же, как и Ронина, шатает. Что об этом сказать вам? Печально. В общем, печально очень. Против Фрэнки реально это все фигня. Он все равно будет доставать. Но тут посмотрите на его. Практически я не знаю, на ком он так сливается. Вот ушел Винвиз. Вот я что-то не понимаю. Как так? Он в Винвизе включается ведь. Пишите в комментах, что вы думаете. Может, я что-то не понимаю, но в Винвизе он, по идее, должен тоже нормально включаться и не получать урон. А тут получается, он получает в Винвизе урон. Как-то странно. Там был у нас как раз-таки Асура с отражалкой. Ну, что-то такое. Он же, в принципе, бьет не с этого. Или опаздывает скилл. Вот как понять? Тут он так и застрянет, скорее всего. Ну, есть вот немножко, конечно, плюс. Такая сборка тоже интересная. Ну, это опять же, это просто эмблему поставил и все, либо выживание, либо то. Выживание хотя бы отхил будет еще. Так, где нам найти? А, вот, кстати, давайте еще один тест. Смотрим. Вот посмотрите. Ничего не сделаешь. Ну, в принципе, любой герой ничего не сделает здесь. Так, смотритель ударил. Мы отхилились, огник. Да, не особо у него там урона так и вот так уж и много. Хотя вроде, допустим, с этого должен срабатывать нехило, так он. 159, поэтому 250% урона.
Это как-то печально, реально. Давайте на подземках посмотрим. Первый раз ушатали. Второй раз вот он включился уже. Ну, чтобы так уж и много выносил, я бы не сказал, но за счет того, что массовая это, то, конечно, урон у него неплохой. 58% в центре выдает. Как-то он его сдул очень быстро. Так, хорошо. Давайте дальше попробуем на седьмой. Вот мне седьмая интересно посмотреть. 7-9, например. Ну так, вроде ничего. Так, ушел в инвиз, опять включился. Ну тут, конечно, вот это интересно. 38%. Опять в инвиз ушел, опять включился. Вот тут, конечно, круто. Вот это мне нравится. Практически, ребят, посмотрите, практически 50% мы набили. Почти ушатали базу все, чтобы пройти. Это опять же, смотря откуда заходить. Вот видите, встань, вот раз, два, три и все. Вот так, не всегда это спасает. Ну еще разок попробуем. А это мы уже на десятую напали. Раз, два и все, и его нет. Даже ничего не сделал. Ну, давайте на аренку сбегаем. Интересно будет здесь посмотреть. Надо только пачку найти напрямую, чтобы напасть. Ну, наверное, тут и без этого ушатает. Так, тут нас, наверное, пройдут быстрее, а может и нет. Да, все-таки быстрее прошли нас. Давайте другого попробуем. Вот, отлично. Тут он мне достает. Но я бы не сказал, что у него очень много урона. Такое себе. Ну, посмотрите, это не назовешь сильно там крутым уроном. Ну, хотя Фрейю, ничего себе. Ну, давай, давай, дотащи уже. Да, интересно, если сейчас огник улетит в другую сторону. Ну, видите, с инвиза была, получается, огник и в инвизе все равно попадает. То есть, как-то так. Тут, конечно, нехило так он надамажил. Но опять же, тут не максимальные прокачки. Там четвертый прорыв всего. Еще раз огник, а огник с девятой оживой. Но тут, конечно, он вынес. Ну, это считайте, когда он не в инвизе, это просто обычный его урон без всякого таланта, то есть без всякого усиления.
Такое себе. Я бы не сказал, что он особо там мега крутой. Ну, эмблемой можно поставить, но талантом однозначно нет. Талантом лучше всего, как видите, ожива. Единственное, я не могу понять, на ком мы тогда сливались, когда он выходил в инвиз. Как так получалось у нас? Ну, вот так вот. Давайте еще на этого нападем. Вот мы сейчас получается, если у нас получится все удачно, чтобы его додамажили, и он с инвиза ударил. Посмотрим хотя бы разницу удара. Вот, вот сейчас, вот смотрите, 700, 700, а то было 150. Ну так, да. Так урон, конечно, у него реально неплохой. Ну давай, 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 дотащи. Дотащил. Ну, так вот, да, еще. Ну, это опять же, это единичный случай, где реально будет хоть что-то делать. Поехали на ЗБшку. Еще есть вариант попробовать выживание и маскировку. Только единственное, там по кулдаунам надо смотреть, как оно будет вместе. Ну, у героя тогда атака будет только в инвизе. Но тогда будет больше отхила. И не уяс еще пару секунд. Как вариант, можно будет попробовать. Может, сейчас встретим кого-то топа. Потому что тут один панчбокс выносит. Так, вот огник есть. Правда, огник слабоват. Ну вот, включилось. Ну, розу вроде как по 150 шатает по чуть-чуть. Ну и урон получает. Посмотрите, какой урон от Фреи проходит. Вот еще раз включился. Ну, тут он не затащит. Не хватило чуть-чуть. При том, что там герой не максимальный. Он только огник был второй эволюции. Возможно, надо будет посмотреть все-таки сборку выживания плюс маскировка на нем. Так, это уже интересней. Что-то как-то очень быстро. Так, вот он включился. 70, 50, 60, 70, 40. Ну, маловато. Реально маловато. По нему 700 прилетает. У него как-то мало урона. Что у меня за огник такой неубиваемый? А времени, скорее всего, не хватит. Что там у нас?
А, там этот землеройка блокирует. Вот землеройка, кстати, тоже неплохое. Видите, на дефный вариант я его не пробиваю просто. Так, еще один тестик. Без варианта вообще. Даже он включился. Ну, хотя, ничего себе, нифига себе. Ну и сразу же обратка полетела. 189. Ну, видите. О, ничего себе. Прикольно. Может и есть какой-то в нем смысл, не знаю. Но это опять же, видите, ожива плюс эмблемы. Другого варианта просто ставить талантом смысла нет. Вот так вот, пишите комменты, лайки, репостики, пишите, что вы думаете. Ну, такая сборка у нас получилась лучше, чем предыдущую я вам показал. Все, всем удачи, всем пока.